Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 2 на странице 9 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем ставить знаки больше, меньше или равно. 5 плюс 8 равно 13. 13 больше, чем 12. 7 плюс 4 равно 11. 11 меньше, чем 12. 3 плюс 8 равно 11. 11 меньше, чем 12. 17 минус 8 равно 9. 9 равно 9. 15 минус 9 равно 6. 6 больше 5. 13 минус 6 равно 7. 7 больше 6. 90 минус 40 равно 86. 86 больше, чем 80. 27 плюс 3 равно 30. 30 равно 30. 45 минус 5 равно 40. 40 меньше 50. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.